хочет беречь. Со мной нет сегодня любимой родной. В библиотеке имени Пушкина сегодня звучат знакомые многим песни. «Синий платочек», «Голубка», «Три вальса». Учащиеся школы гимназии номер 20 подготовили музыкально-познавательный вечер, посвященный памяти певицы Клавдии Шульженко. Мне Бог не послал половинку мою, и помню я песни той только начало. И замер мой вальс на куплете втором, а третий и вовсе не сбылся. Любовь Блохина творчество народной артистки знает с малых лет. Сегодня девушка рассказывает стихотворение, посвященное Клавдии Шульженко. Звучит романс о встречах, о разлуках. Шульженко в платье шелковом поет. И две большие птицы, ее руки, как прежде, собираются в полет. В нашем доме звучали ее песни, и в школе нам неоднократно говорили о ее творчестве. Я знаю, как она вдохновляла тысячи бойцов на подвиги, как они шли, вспоминая ее песни, помня о своих женщинах, о своих матерях. Наше поколение не настолько потеряно, как о нас думают, так что, да, почти все мои сверстники знают, кто такая Шульженко. И когда я говорила, что буду участвовать в этом мероприятии, все понимали, о ком я говорю. Клавдия Шульженко родилась 24 марта 1906 года. Тягу к творчеству она переняла от отца, который часто пел в любительском оркестре. Дебютировала певица в 16 лет. На сцене Харьковского драматического театра она исполнила романс «Звезды в небе». После Шульженко выступала в Ленинграде, где ее несколько раз вызывали на бис. Стала солисткой мюзик-холла, пробовала себя на актерском поприще. В 1941 началась война, и на смену большим залам пришли выступления на фронте, часто под открытым небом. Без ошибки найду и вновь весной под знакомой. Добровольно вступив в ряды действующей армии, Шульженко стала солисткой фронтового джаз-ансамбля. За первый год ленинградской блокады она дала 500 концертов. В конце 1941-го в репертуаре певицы появилась одна из популярнейших песен «Синий платочек». Сколько заветных платочков мы сохраняем с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. Она очень много сделала, переезжая с фронта на фронт, всегда выступая только в концертных платьях, потому что это была просьба солдат, которые слушали вот в перерывах между боями Клавдию Ивановну. Конечно, она была, ну, своего рода стимулом, который внушал бойцам надежду на то, что победа действительно близка. Клавдии Шульженко очень много званий. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР. Она награждена медалью за оборону Ленинграда, орденом Красной Звезды, орденом Ленина. Но самой главной ее наградой навсегда останутся победы бойцов, которых она вдохновила своими песнями. Милые встречи, нежные речи нам возвратятся с тобой.